Выложенные из брусчатки тротуар, лавочки, удобный подъезд и просторная дорога. Именно так городские власти видят улицу Радищева, внешний облик которой должен будет соответствовать новому перинатальному центру. К концу года здание уже должно быть сдано. Сейчас идет установка систем кондиционирования, вентиляции и водоснабжения. Самое время приступить к благоустройству прилегающей территории. С ходом работ ознакомились глава города Алексей Гаев и председатель правительства Александр Смекалин. Перинатальным центром благоустройство не ограничится. Особое внимание будет уделено освещению улицы Радищева, расширению проезжей части и парковочной зоны. Есть целый ряд замечаний, которые были высказаны. Надеемся, что они в ближайшее время будут устранены. И принято очень серьезное решение о том, что работы по реконструкции всей улицы Радищева, обновление дорожного полотна, будут проведены первые, так скажем, очередь. Обновление дорожного полотна уже началось. На следующий год начнется расширение проезжей части и озеленение территории. Точный объем работ станет известен после определения городского бюджета на следующий год. Далее отправились на другую строительную площадку в центре города – пересечение улиц Минаев и Железной дивизии. Напомним, 14 октября здесь произошел обвал грунта, где коммунальные службы проводили замену теплосетей. В результате один рабочий погиб. После работы следственной группы на месте происшествия было установлено, что выкопанная траншея не имела никаких средств защиты от обвала. Сейчас руководство Т-Плюс совместно с стройзаказчиком ищет варианты, каким образом укрепить данный грунт для того, чтобы провести необходимые работы и реконструировать этот участок перемычки. Что касается теплоснабжения объектов, которые запитаны от данного участка теплотрассы, они переключены на резервные источники, на резервные, так скажем, трассы. И отоплению этих объектов ничего не угрожает. Следственный комитет и трудовая инспекция продолжают проверки в части определения причин и виновного произошедшем. Дарья Судрева, новости Ульяновской правды.